Короче, сам в утро читаю Дейл Карнеги. Прочитала вот 20 страниц. Ну, вот сегодня открыла 21-ю. Засекла Форест на 30 минут. И погнали. Здесь я приступила к выполнению работы по математике. Забыла тетрадь. Ничего необычного. Также я еще проверяла свою работу по ОГЭ, и все задания, которые я там сделала, они были правильные. И если хотите, я могу снять даже такое видео, как я стала ударницей. Видео будет, скорее всего, не очень большое, поэтому если вы хотите, то ставьте много пальчиков вверх. Здесь я приступила к работе по русскому языку. Я выполняла курс с 5 по 8 класс. И к какому-то удивлению фрагмент, где я рассказывала именно про эту книгу, почему-то очень плохо снялся. Вот, проглатывались слова, я не знаю, почему так вышло. Но, в принципе, ничего необычного, это просто обычные тесты, где нужно было выбирать правильные ответы. И сказать вам честно, я сделала 5 ошибок из 25 вопросов. Вот. Просто я как бы не поняла, как их делать, и как бы сделала не так, как нужно было, вот поэтому не засчитались. Вот.